Продавцы нам показали сперва одну модель, потом другую. Но наш матрас Сёрта нам понравился всех больше. А когда мы узнали, что это лучший американский бренд, и когда я прилегла на него, потрогала, то тогда поняла, за что его американцы так любят. А мне там пружины понравились, которые независимые такие двигаются. Ну, мне показалось, они очень упругие и, значит, должны прослужить дольше. Да, не как в других матрасах, и причем матрас американский, да. Очень приятный на ощупь, мне это тоже очень понравилось. В принципе, поэтому я его и выбрал. Решили сходить в магазин. Там очень много матрасов, нужно выбрать какой-то один. Посоветовались с продавцами, решили взять матрас Сёрта, американский матрас. Сам езжу на американской машине, доверяю им. Думаю, и здесь, наверное, не ошибся. Но, как всегда, при большой покупке сомнения, конечно, были. Как, что, оправданы ли будут мои надежды. Теперь советуем друзьям своим, всем. Да, даже однажды к нам приезжали друзья, и мы уступили им свое место. Теперь они хотят точно такой же матрас. Теперь мы всем друзьям и родственникам советуем матрас Сёрта. Да, очень хороший матрас, удобный и комфортный. И нам очень нравится. Да. Все здорово. Все здорово, супер. Утром ребенок прибегает в спальню. Мама, я хочу спать с вами. Подушка у нее уже есть. Она сначала сползала с нее, а теперь спит только так. 2 месяца назад я отмечал свой день рождения. Ну и где-то в районе обеда звонок в дверь. Открываю, стоят друзья. С днем рождения! И заносят матрас. Ну, матрас. Я сначала не понял, могли бы что-то оригинальнее подарить. Получили матрас. Поспали первую ночь, как в сказке. Не скрипит. Жена спит идеально. Я сплю очень удобно. Спасибо матрасу Сёрта за наш сон. А со временем, конечно, можно сказать им спасибо, что они сделали мне такой подарок. Я стал высыпаться, я стал все успевать. Вечером ложусь на этот матрас, закрываю глаза и просто улетаю.